Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Танковая арена. Стальные битвы». Так, ну что же, сейчас прогрузится и начнем. КВ-6 Green, play. Окей. Так, компания подземелья. А, нам только доступна вот эта вот миссия, друзья мои. Ну что ж, давай посмотрим. We must try to push them back. Ага. That sounds exciting. We must capture him. I must have my revenge. Ага. I'll deal with him alone. Преследуйте киллера и одержите победу в этой битве. Окей. Ага, мы можем поднимать. На, гаденыш. Сосунок. Едем дальше. Так, тихо, мне вот этот чувак не нравится. Может быть нам... А, это у нас обучение идет. Ух ты. Погнали. Фига мы его там. Так, преследуйте киллера, покончите с этой битвой. I knew he couldn't be trusted, but that's not the point now. We have a battle to fight. No, the war is still going on. Ох, ё! The metal that was sawed off and melted down to repair you was imbued with my will. You are me from now on. А, он уехал. Я думал, что мы сейчас будем с ним драться. Так, друзья мои, апгрейд у нас тут доступен. 400 монет. Я его улучшил. Еще улучшил. И сколько мне его так улучшать? Эволюция. Ну-ка. Бесплатно. Так, какие-то 3 запчасти. 3000 монет. Ого, это что такое нам выпадает? 500 гемов. Бесплатно еще один сундук. Допустим. Она половину на русском, половину не на русском, непонятно. Так, бесплатно 5000 монет, друзья мои, я еще получаю. Так, что мы еще можем? Так, можем еще апгрейдить, да, я так понимаю? Эволюция уже не прокатит. Или прокатит? Хе-хе-хе, эволюция не канает, друзья мои. Так, что у нас тут квесты? Получить. Получить. Ага, будем зарабатывать с тобой сундуки. И ежедневка. 2000 монет. Так, день второй. Еще 2000 монет. Окей, друзья мои. Что на почте? Забираем. Ну что, я, наверное, готов. Поехали. Так, подожди, там, блин. Там башня испытаний была какая-то открыта. Ладно, фиг с ним. Готовы. Вот же упыри, а. Так, ну здесь разобрался. Так, нам открывают шоп. Так, сундук бесплатный. Ага, 40 карточек. Вау, 20 карточек. 2 карточки. Я могу купить такой сундук еще один. Давай купим. Так, 40, 20. Ну, я так понимаю, эти карточки мы с тобой копим. И после этого у нас будут доступны танки. Так, я могу еще сделать одну эволюцию. Апгрейд. Эть показывают, типа, парень, у тебя нету достаточно карточек, чтобы эволюционировать. Так, а тут что? 1000 монет, понятно. Мне интересует другой. А где мы с тобой вот... Мы берем... Ага, камон. А я могу его за него играть?
Подожди, тут еще башня испытаний есть. Лабиринт смерти. Войти? Давай войдем. Хочу посмотреть, что, ребята, за лабиринт смерти. Слабоват я как-то, если честно. Так, ну пока сосунки тут у нас одни. У меня и пушка дальнобойная, да, и помощнее бомбит. Так, 5 из 13 подбил. Готов. Так, 7 из 13. Танки-то, по-моему, помощнее пошли уже, я смотрю. КВ-6 Грин. На тебе. Опа, босс, что ли? Такой же, друзья мои, да? А ты не припухли, пацан? А почему? Почему я не могу так сделать? У меня-то нету ничего этого, ребята. Видимо, не апгрейженный он. Слушай, что это такое? Войти, лабиринт смерти, войти. Уровень 2, блин. А, вот с таким я буду драться? Нет, спасибо большое. Я не готов. Я пойду здесь. Слушай, ну ведь где-то же мы должны апгрейдить, по идее, да, друзья? У нас вот тут вот есть звезды какие-то, непонятные пока для чего они тут даны. Сунище, сдохни. Так, этого сейчас тоже размажем. Но тут нормально, ребят, тут всего 4 танка. Так, опять нас приглашают в магазин. Ну, допустим. Блин, подожди, а что они хотят? Ну все, наверное. Апгрейд. Вот, вот, друзья мои, вот оно. Экипируем. Апгрейд. Подожди, а вот это куда мне? Ага, ага. Ну что же, вот теперь. А, это ХП нам дает. Все, друзья мои. Нет, автоэквип. КВ-6. Под именем Green КВ-6, чтобы отличить его от своего старшего собрата Black КВ-6. Green КВ-6 был адаптирован достойной оси для противостояния Black КВ-6 союзников. Его зеленая краска отражает гибкость и универсальность, а его вооружение и уникальные способности делают его универсальным игроком на поле боя. Мы ожидаем нашу схватку Black КВ-6. Так, ну что, друзья, я, наверное... Подожди, тут опять... Ну, эволюцию я сделать не смогу, так что... Не надо мне ля-ля. Не надо мне ля-ля. Вот тут вот... Так, день второй. Книга улучшения щита. Понял. Ключ какой-то получили. Тоже интересно. Ну что, друзья мои, я... Подожди, тут опять что-то есть. А, 1000 самоцветов. 100 самоцветов. Квест. Как всегда, вначале задаривают подарками, да? Ну, на первых порах, а потом... Слушай, а здесь, по-моему, друзья мои, будет босс. Что-то я не туда, по-моему, бомблю. Ух, танк-то у меня какой стал-то, посмотри. Не танк, а сказка просто. Слушай, а что такое, мина?
Там действительно стояла горящая мина. Так, последний танк остался здесь. Наверное, босс будет. Да, скорее всего, ребята. Ты серьезно? Как думаете, друзья, смогу я его победить? Есть! Да как... А, блин, надо было коннектнуться, наверное, да? Чтобы аккаунт мой запомнился. Так, ребят, я двигаюсь дальше. Да господи, ну! Есть контакт. Ать, ать, хорош. Так, опять это мина. Сейчас я уничтожу ее. Так, ребята, еще. Так, вот это что за значок, не пойму, летает тут себе. Слушай, ну самое-то удивительное, я же выставлял себе оружие, почему оно не работает? Ну, я же себе пулеметы там ставил, всякую ерунду, ты же видел-то. Почему это не работает, а, ребят? Так, бесплатно. Рулетка. Да, более знакомая музыка какая-то. Так, это за рекламу, понятно. Меня вот интересует здесь, как же... Видишь, у нас стоит? Но я не вижу, чтобы оно у нас как-то работало. Увеличит урон от специальных навыков на 30%. Да, но... Я не вижу, чтобы... Блин, чтобы это как-то работало у нас. Ладно, может быть, потом попозже немножко нам... Что-нибудь да объяснят. Нам надо пройти вначале вот эту первую главу. Это что за звук такой? Я думал, вертолет уже какой-то летит. Ой, правда вертолет. А, эта штука лазером. Ага. Ну хмырь, а. Да чтоб тебя. Я не видел, да? Ха. Так, 4 танка еще, ребята, будет. Пока все на изи. Изи-пизи. Так, погоди. Погоди, погоди. Братуха. Не будь кислюхой. Все, все, ребята, изи. Так, что-то реклама, ребята, зачастила, кстати. Открыть сундук. Опять какой-то сундук. Золотой. Давай опять. Ага, понял. Все? Больше ничего не будет? Никаких сундуков, ничего? Погнали. Так, ребят, предпоследняя миссия. Какой-то недорослик. Да куда же стреляешь-то, Рэй? Ну. Куда тебе под нос стреляет? Чепушил этот несчастный. Блин, слушай, тут танков дофига будет. Еще 7 танков. Так.
Есть. Размазал. Отличная скорострельность у нас. Готов. Так, последний танк, ребят. Это, наверное... Да нет, это не босс. Он крепкий тоже парень, но я его все равно размажу, друзья. Я его размазал. Слушай, тут награды приличные. Ну что, последний поединок, друзья мои. Первой главы, так скажем. Да твою ж, господи, ты... Попадает за ссых, а? Давай, господи, бомби по ним. Вали этих щеглазадых. Под нос себе стреляет, отлично. Так, последний-то... А, последний, наверное, будет... Босс, мы идем к боссу, ребята. Я надеюсь, осилим его. Кто там? Ага, вышел, деловой такой. Фига он! Я не успел, чуть-чуть, блин. Конечно. Не, ну так нечестно, он бомбит. Блин, надоела эта реклама, если честно. Новичок, так, становимся курсантом, блин. Так, ребят, ну что, я прошел первую главу. И за это я получаю 250 самоцветов. А сундук не дали почему-то. Тут есть, блин, подземелье. А, разблокируется призвание рядовой. Нифига так, чувак. Секретное сокровище. Золотой стражник. Нифига. Ну что, давай посмотрим, что у нас поменяется. Так, ну... Особо я ему не сказал, что поменялось. Вертолет, ребят, летит. Он, гад, сдох и как-то еще в меня умудрился, блин, два снаряда забомбить. Замечательно, еще не легче. Короче, короче, там танки уже стоят на вышках, друзья мои. Ну, я думаю, что вы успели увидеть вышку, блин, на ней стоял танк. Офигеть. Есть. Так, прошел. Так, это что такое? Драфт-карт. Десять самоцветов, да? 2000 монет. 3. Что такое, интересно, портал? Нет! Нет! Я узнал, что такое портал, ребята. Портал-то, он отнимает все твои деньги. Все, что ты заработал, он высасывает. Из тебя. Так, меньше всего, да? Кто бы сомневался, друзья мои. Так, сундук.
День второй. Ну-ка. А вот интересно, для чего вот эти вот ключи, которые мы находим? Ну-ка в магазин зайдем. Смотри внимательно, мы можем с тобой потратить ключ. Допустим. И вот здесь. К примеру, да? Потратили. Дальше уже идет за самоцветы. Я за самоцветы не хочу, ребят. Угу, я понял. Еще, пожалуйста, дайте. Может, потратиться на один золотой? Давай еще один золотой, наверное, возьмем. Прекрасно. Так, что, рулет, хотите сказать, что? Да нет, тут за рекламу, друзья мои. Так, анчивку получил. Допустим. А, еще. Так, апгрейд. Оружие. Угу. Крафт. Тут еще и крафт будет, ядрен матрен. Максимальный апгрейд. Я не могу понять, вот это почему они закрыты, а? Скилл Моррок. Фига тут танки. Обалдеть. Это как настоящие монстры, они танки, блин. Согласись. Просто монстры. Так, ладно. Танк вроде бы как апгрейдили, но, друзья мои, вы сами видели, что какой-то вроде все стоит, но почему-то под замочками все. А сам танк мы можем эволюционировать? Не можем, потому что у нас не хватает 70 карточек еще на него. Я понял. Код подарка какой-то. ПВП еще, ребята, здесь будет. Тут еще, друзья мои, оказывается, будет ПВП. Ну вот смотри, вот они, пушки же стоят. Странно, пушки стоят, это все стоит. Тут ничего нету какого-то там. Вот они, вот видишь звездочки. Я не знаю, ребят, почему они. Почему? Так что, босс что ли сейчас? Да не, 2 из 12. Критуем там, конечно, не по-детски, если честно. Что там, сзади мост взорвался, да, у нас? Да, у нас только криты вылетают. Так, ну что, друзья мои, я думаю, что для показательного режима сегодня этого будет достаточно. Я думаю, вы поняли, что за игра, что от нее ждать. Ну, а я на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.